Всем привет! Добро пожаловать в новое видео на моем канале. 100 лет не было шопинг-влогов. Именно поэтому сегодня я предлагаю вам исправить ситуацию и как подружки вот так пойти погулять по торговому центру, посмотреть, что интересного, удачного есть, и потом пообсуждать, что понравилось или нет. Я беру вас с собой. Приятного просмотра! Я надеюсь, что мне удастся составить какие-то интересные образы или, как минимум, найти что-то классное, качественное, стильное и модное. Поехали! Так, девочки, я, кажется, нашла для вас первый осенний хит. Это куртка. Она представлена в двух цветах. На мне сейчас шоколадная с вот таким темным-темным горьким шоколадом. То есть это не черный цвет. Застегивается она на две пуговицы. В черном цвете я тоже буду для вас надевать. Я сейчас решила посмотреть, как это все будет выглядеть в шоколаде и с бежем моим любимым. Кстати, прикольные джинсы. Размер S мне великоват. Надо посмотреть. Приятный хлопок тянется, и ткань не слишком плотная. В ней приятно и можно дышать. А на мне размер S, видите, он можно было бы чуть короче. Кстати, с балетками вот так очень даже прикольно. Я знаю, что у меня много бежевого. Что поделать? Конечно, вот эта кофточка, разлетайка на одной завязке, это такое, чисто, знаете, посмотреть, что и как. Но на самом деле я не знаю, как в таком ходить осенью и зимой, разве что в очень-очень теплую погоду. Возможно, поверх чего-то, но я не уверена. Мне просто показалось, что это будет прикольно смотреться вместе. И вообще, нужно же понимать, что носит молодежь. Куртка реально очень стильная. Господи. Я сейчас сварюсь, я вам честно говорю. Вот. Как вам? Она оверсайз. Вот такая красота. Только представьте себе с брюками на завышенной талии или же с какими-то трикотажными костюмами. Что скажете? Вот такая красотень, супер модная. И только представьте себе еще и со всякими там трикотажными уютными костюмчиками с угами на высокой подошве, которые я нигде не могу найти. Я уже отчаялась и, наверное, обойдусь без них. Куплю что-то и дешевле. И, в общем, буду искать. Это сейчас не важно. Кайф. У куртки, конечно, такой ретро-вайб, но лично я в восторге. В черном вообще восторг. Она супер черная, то есть никакая не графитовая, не потертая. Вот такой материал. Под натуральный замш. Мишка. Под эту куртку я надела свитер. Честно, схватила какие-то первые попавшиеся джинсы. Оказалось, что это скини. Наверное, скини мы там уже не носим. Но что поделать. И на мне еще вот такие ботинки. Чанки. То есть на каблучке. Помните, раньше мы с вами носили несколько другие. Сейчас они видоизменились. Не просто на плоском ходу. И типа как на тракторной подошве. А с каблуком. Кстати, прикольно. Это удобно, как минимум. Вот так просто, казалось бы. Но вообще, наряд как из Инстаграма. Можно поменять джинсы на более актуальные. И вообще, супер. Очень удачная модель этой куртки. Я, наверное, возьму себе черную. Может, коричневую? Наверное, надо подумать. Когда сразу не можешь сообразить. Мне и та нравится. Такая она тепленькая. Ну как, на мороз она, конечно, не подойдет, решайте сами, но на всех модницах вы точно будете это видеть. Это тоже премиальная линейка обуви, вот такие ковбойские, но они более элегантные, это все-таки не ковбойские сапоги, а ботинки. Я немножечко думаю о том, что для меня этот носок длинноват для моего роста, но каблук смотрится так, знаете, с изюминкой, знаете, необычно, скошенный каблучок. И он еще, видите, здесь вот такими берегами. Такие удобные. Я прям не ожидала. С обувью,
Конечно, нужно подумать, что делать. Я еще ничего не доставала. Несмотря на то, что это скини, вообще как бы полный old school, вместе мне почему-то очень нравится. Я себя хорошо так чувствую. Я, по-моему, соскучилась по скини. А то все в этих широких, да широких. И с вот такой курткой оверсайз. По-моему, допустимо. Не знаю, что там скажут модные критики, что я совсем отстала от жизни, но в этом случае мне как-то все равно. На стиле. Еще очки добавить. Какой-то шарф. Класс. Можно еще и какой-то цветной свитер, не обязательно бежевый. Правда? Что из этого я могу вам рекомендовать? Однозначно куртки. Смотрим цены. Размерную сетку вы тоже видите. Я не знаю, какую я хочу больше. Наверное, все-таки черную. А свою старую продам. Джинсы тоже, если вы не любите плотные. Я пойду поищу на размер меньше. Потому что эти слишком болтаются. Если растянутся, то будет катастрофа. Ботинки, знаете, такие секси. Я посмотрела цену. Я, кстати, была приятно удивлена. А, понятно, на них сейчас действует скидка 180 злотых. Практически в два раза дешевле, чем были. Стоили 300. В этом сезоне будут актуальны такие тотал серые луки. Под жилетку я бы надела водолазку, но в этом магазине ее нет. И костюм, который я нашла, мне велик. Это эска. И жилетка тоже. Юбка вот особенно мне понравилась, только хотелось бы меньше. То есть она оверсайз, и она на такой более низкой посадке, как мне кажется, должна быть. Смотрите, спереди здесь разрез со свитерами, с сапогами, с лоферами, с кроссовками. Будет вообще огонь. Она темно-графитового цвета, но мне, к сожалению, прям сильно велика. Особенно по бедрам. В талии не так, а вот по бедрам слишком. Надо гораздо или ушивать, или поменьше, чтобы она сидела как-то ближе к фигуре, не в обтяжку, но вот хотелось бы на пару сантиметров уже. Жилетка, наверное, тоже должна быть короче, и я не уверена, что мне нужна жилетка, а вот юбку я и так себе присматриваю. Даже просто с чем-то таким супер базовым, лаконичным, мне очень нравится, с пальто длинным, на осень и на зиму даже. Я бы такое носила. Ищу себе юбку Макси, потому что это не миди, видите, она прям длинная. Уже тут в раздевалке на вешалке увидела, что кто-то мерил вот этот бомбер. Он достаточно длинный и из плотной ткани. Это не как наряд, просто решила вам показать. Размер S, и он оверсайз, видите, тоже не черный, а с такой вот ниткой. Это хорошо, потому что не будет видно, насколько это все пачкается. К черным вещам любит все прилипать, всякие ворсинки. Мне кажется, что бомбер — это вообще не моя история. Как-то не хорошо я себя в них ощущаю. Рукав мне длинноват. То есть, если вы на S ищете еще оверсайз, то окей. На мои бедра, не самые узкие, у меня где-то, наверное, 90, может, 90 с копейками. Вот пуговка как бы нижняя в порядок, потому что мне этот бомбер длинноват. Потому что как-то, знаете, его надо наверх. Я не знаю, я вот как-то с этими бомберами то ли не разобралась, то ли не совсем мое. Есть более удачные варианты для меня. Главное, чтобы вещь доставляла удовольствие, правда? Он на кнопках. Вот объемный. Мне не надо. Мало ли, может, кому-то из вас пригодится. Ярких вещей в магазине не так много, но зато я нашла кое-что интересное. Это то ли кардиган, то ли такая как бы куртка плюшевая. Она есть в таком цвете. Пуговки поближе. У меня все будет в размере S и точно такой же черный. Я к черному взяла кожаные брюки, точнее брюки из эко-кожи, а к светлому подобрала трикотажный костюм с юбкой миди. Я проверила состав. К сожалению, здесь нет шерсти, это синтетика, но, возможно, все вместе это будет смотреться очень интересно. Посмотрим. Хоть у меня с собой есть черная сумка, но захотела посмотреть, как будет выглядеть вот такой вариант. Полумесяц на широкой ручке, которая снимается, и можно носить еще и на короткой, как вечернюю.
из обуви у нас бежевые лодочки на устойчивом каблуке. Это не кожа, но зато ботинки будут из премиальной коллекции Reserved на каблуке, обтянутом замшей. Очень красивый цвет и тоже актуальный носок. Куртка мне нравится, будем называть ее так. Она очень приятная, такая как мягкая игрушка. Но у меня есть вопросы к тому, что под ней, потому что выглядит это странно. То есть швы на юбке неровные, плюс здесь пришита этикетка, и она портит весь вид. А со второй стороны клипс, который я, понятное дело, не сниму. Костюм не трещит, но, честно, это могло бы выглядеть в 100 раз лучше. Ботинки очень удобные, классные. Причем можно надевать с джинсами, с чем угодно, но общий вид, общая картина меня не очень радует из-за вот этих вот моментов. То есть, если бы их не было, то было бы гораздо лучше. Вот видите, чуть подсобрала шов, и все окей. То же самое со второй стороны. Я вообще планирую себе купить платье миди с разрезом или какую-то юбку макси. Вот что-то в таком духе, но точно этот костюм остается в магазине. Сейчас покажусь вам без куртки, потому что на мне еще и свитер. Вот если повернуться боком, то как бы гораздо лучше. Но мы же так не ходим в жизни, правильно? Поэтому просто, не знаю, в других магазинах нужно что-то искать, или можно было бы убрать клипс, убрать этикетку, но я на это не готова. Очень красивый цвет. Вот эта курточка в застегнутом виде, в сочетании с такими шоколадными вставками, накладные карманы. Размер S самый маленький, но имейте в виду, что это оверсайз. И что еще хотелось бы добавить, что изнутри она как замшевая такая. Свитер самый обычный, я предполагаю, что он недорогой. Ну, со свитером сейчас буду создавать очередной лук, а вот с юбкой точно не сложилось. Ну, знаете, когда ты надеваешь что-то впервые, и тебя сразу что-то смущает, то ты уже потом не хочешь что-то выдумывать. Видите? Ну, как-то весь шов непонятный. Ботинки у меня в размере 37, каблук устойчивый. Мне действительно удобно. Он средний, но, наверное, для некоторых может оказаться высоким. Но для меня это средняя высота каблука. Ничего не давит, и у меня вот этой области ноги достаточно худые, поэтому практически все ботинки, ботильоны, сапоги в этой области на меня широки. Вот так мне нравится гораздо больше, причем в черном варианте эта курточка какая-то более такая статусная, что ли, не знаю. В этом сезоне я как-то по-новому для себя открыла именно черный цвет. Свитер на мне тот же, а брюки из эко-кожи. И я как-то не сразу обратила на это внимание, только когда надела, уже сообразила. Они расклешенные. На мне размер S, меньше не хочется и не надо. Они и так достаточно сильно, как видите, меня обтянули, но я боюсь, что они могут растянуться и потом начнут болтаться. Балетки мои, туфли мне категорически не понравились, которые из искусственного материала, вот эти, потому что они очень жесткие, и 37 оказался мне мал. Вот так я бы точно пошла гулять, мне прям так комфортно. А о брюках я сама подумаю, потому что мне нужны кожаные. Ну, из эко-кожи. Я буду говорить кожаные, но вы понимаете, что это не натуральный материал. Смотрим на цены, и что из этого я могу советовать. Ну, во-первых, если вам нравятся такие куртки, кардиганы, кофточки, то, в принципе, не к чему мне придраться, и как для Польши это еще нормальная цена. Вот эти брюки интересные, причем недорогие, а костюм прям нет. Ну, разве что вам нужен базовый свитер, и то можно найти в шерсти или хотя бы с примесью шерсти. А стоит он еще и дорого, девочки, как для акрила, ну как бы нет. Ботинки удобные, это натуральная кожа,
И цена тоже, в принципе, окей, как для современных реалий. А почему не беру себе? По той причине, что я не люблю ухаживать за светлым замшем. Это не так просто, и мне лень, если уж совсем по-честному. Цена за сумку демократичная, при том, что вы покупаете два в одном. Просто вот как в Заре есть вот эти дешевые сумки. Если вам нужна какая-то похожая на польский бренд Хеляк, которую сможете носить еще и двумя способами, то почему бы и нет? То ли я старею, то ли это все тренды на меня так повлияли, но я тоже ищу себе какой-то типа жакет или кардиган в стиле Шанель. Вот этот укороченный, классический, и этот мне нравится по качеству, причем даже пуговки. Сейчас рассмотрим ближе. По-моему, он даже чуть дороже. Но вообще, если честно, то я, конечно, комфортнее всего ощущаю себя в классике, а не в чем-то, знаете, супермодном. А если классика в моде, то почему бы как бы и нет? Можно надеть и брюки со стрелками. Их не было в моем размере, поэтому я взяла джинсы и с балетками. Просто на прогулку, как удобный вариант, надеть современные очки и взять какую-то базовую сумку любого цвета и вперед. Давайте обсудим, как вы воспринимаете вот этот тренд таких кардиганов и жакетов. Это первый шаг к старости, или вы тоже считаете, что это вне времени? Но только вот такие найти достаточно сложно, чтобы они были, знаете, хорошими по качеству. Вопрос, конечно, будет это кататься или нет, потому что жакет такой немножко ворсистый, окантовка здесь из эко-кожи, и пуговицы, между прочим, металлические. И вот они не смотрятся дешево, чем грешат очень-очень многие вещи такого плана в масс-маркете, во всяком случае. Что из этого? Это юбка, к сожалению, без этикетки. Но буду искать ее на сайте. Сейчас спрошу, нет ли в магазине поменьше. Но она там была одна, я ее вообще случайно нашла. Бомбер, если вам нравится, вот этот графитовый с ворсинкой. И все-таки жакет я вот честно купила себе на день рождения к свекрови, на родительское собрание, на какой-то концерт детей, просто на прогулку с подружкой, даже с обычными классическими брюками, не обязательно какими-то сильно расширенными. Почему-то мне такого захотелось. Хоть я ничего и не смотрела, что там модно, но это бросается в глаза, когда ты заходишь в каждый магазин, и практически везде они ужасного качества, вот такие вещи. И вы знаете, я посмотрела цену, и как бы это не дешево. Ну, это, с одной стороны, что-то трендовое, с другой, это классика. Во всяком случае, это хотя бы, знаете, не что-то, что развалится спустя там несколько месяцев. И я сейчас посмотрю, нет ли у меня какой-то скидки в приложении. Если нет, то буду ждать хотя бы какого-то небольшого бонуса или сезонные распродажи. В Резерв есть вот такие куртки. Я сначала хотела показать вам ее на себе, но я тоже не вижу в этом смысла. Знаете почему? Я видела такую же темную, шоколадную, со светлым мехом, ну, эко-мехом, и я видела, как она буквально треснула. То есть это такой материал, который может дать трещину, и он наверняка будет царапаться. Видите, это как будто такая, как резина. Я не хочу сильно это делать, чтобы она, не дай бог, не лопнула, но я прям обратила на это внимание, так что вот такую куртку я тоже вам не рекомендую. И сама брать не буду. Она чуть дешевле, чем черная и шоколадная, которую я вам показывала. И цвет супер привлекательный. Я хотела составить наряд такой, но потом думаю, что нет. Ни мне, ни вам это не надо. H&M тоже достаточно скучновато, но мне кажется, я нашла для вас что-то стоящее. Начинаем примерять. В H&M решили еще погромче включить музыку, поэтому мне приходится дозаписывать для вас звук, чтобы вы прекрасно меня слышали.
И вот на мне сейчас свитер, который я настоятельно вам рекомендую. У него разрезы по бокам, воротник стойка, я надела его с классическими черными брюками. Свитер выполнен из приятнейшего трикотажа, он плотный, он чуть дороже, но он действительно очень хороший. Я сразу его не приобрела, ждала скидку, и в итоге его больше нет. На мне размер XS, и он качественный, он отлично будет смотреться и с юбкой миди, и с мини, и вот с такими брюками, которые я планировала себе приобрести. Их не было онлайн в моем размере, на мне 36, они хлопковые, укороченные, и несмотря на то, что я невысокая, все равно они, видите, в размере 36, слегка такие, в размере 7/8, наверное, так. Очень простой, лаконичный наряд, но мне так очень нравится, я часто так одеваюсь, и это наряд без заморочек, который вы сможете надеть и на работу, и на прогулку, и на встречу с подружкой, на семейный какой-то обед, на родительское собрание, куда бы вы не шли, с каблуком или с балетками, или с ботильонами, я вам также покажу. Поверх можете надеть любое пальто или тренч. Я сейчас показываю вам тренч из актуальной коллекции. Он покороче, чем многие, но мне стало интересно. Я отказалась от идеи покупать себе совсем укороченный тренч, а вот этот просто как что-то иное, чем обычный в такой классической длине. Красивые пуговицы. И вот с ботильонами, которые я потом уже не нашла онлайн и, к сожалению, не записала номер артикула, но очень красивые лаконичные модели. Вот так все вместе, мне очень нравится, как все смотрится, и это, пожалуй, один из моих любимых образов в этой примерке. Здесь я показываю вам номера артикулов, и в некоторых магазинах вы можете навести камеру телефона, и вас сразу перекинет в приложение или на интернет-страничку. Также я постараюсь для вас оформить описание для вашего удобства, чтобы вы смогли также найти онлайн еще быстрее. А сейчас я показываю вам платье, которое представлено в нескольких цветах. Это я обнаружила потом. Размер S мне великоват именно в области груди. Если вы можете похвастаться красивым декольте, то это просто роскошный вариант. Можно взять черное в преддверии праздников, поверх надеть кардиган или жакет, или пальто с сапогами, на каблуке, без каблуков. Если хочется немножко так успокоить этот наряд, можно даже кеды. Очень красивое платье, подчеркивает фигуру, к сожалению, тоже и недостатки. Под него нужно надевать бесшовное белье. Тоже в H&M есть хорошие варианты. Если бы не то, что оно мне великовато именно в области груди, я, наверное, взяла бы. Иногда мне тоже хочется выглядеть слегка секси, но в меру. Очень приятный трикотаж. Он не слишком тонкий. На мне было белье темного цвета. Именно низ, трусики, и не особо-то и просвечивалось. Если ищете трикотажное платье на осень, то тоже могу вам советовать. В Заре, конечно, поразнообразнее вещи, но не то, чтобы я такое ношу в реальной жизни, я надену это для вас. Это вообще не моя чашка чая, not my cup of tea, это мало кому идет, потому что здесь и текстура, и какие-то элементы, и бахрома, и укороченная,
и как бы нет. Несмотря на то, что именно такой зеленый мне, в принципе, нравится, стилисты из Зары предлагают надевать это с джинсами клёш, но я себя чувствую вообще, знаете, так, как будто мне хочется раздеться. Если вы думаете, что я постоянно ношу то же самое и не пытаюсь как бы померить что-то совершенно выходящее за рамки моего комфорта, иногда я это делаю, но я уверена, что если я хоть одну вещь из вот этого всего куплю, я надену ее максимум раз, может быть, два. И вот такие туфельки тоже, как будто с пуговицами большими. Можно, конечно, типа с черными брюками, скажете вы. Я скажу, что нельзя. Мне никак не нравится. Вообще. Не мое. Но в качестве эксперимента, чтобы вы тоже понимали, что мне идет не все. Кстати, все, что сейчас на мне, на распродаже, представляете? Я вообще не знала, что у нас есть какая-то межсезонная распродажа. Типа, что? Еще осень только началась. Вот жакет тоже со скидкой. Девочки, если вам такое нравится, вам такое подходит, вы такое носите, то таких вещей обычно полно на распродаже. Вот именно настоящие распродажи. Тогда это можно купить по очень выгодной цене. У меня для вас вывод. Вот таких жакетов навалом везде. И вот так, если сравнивать с Reserved, то этот более классический. Кстати, здесь тоже металлические пуговки, он укороченный. И ткань такая плотненькая здесь. Но тот как-то мне даже немножко больше понравился, если честно. Взяла черные, они есть разных цветов. И брюки, которые мне сильно велики. Но цвет красивый, и они есть там тоже разных цветов. На самом деле, вот кажется, что просто купить обычные классические брюки, нет, не просто. Они, правда, сильно болтаются. Они еще и с поясом, но даже не застегиваются из-за вот этой вот штуки. В принципе, они на меня велики, мне нужно на размер меньше. Но нет, там еще такие кофейные были. Ну, все, разобрали. Материал здесь не летний, он такой хороший, плотный. Надо поискать онлайн. Цена приемлемая. Но если у вас такие параметры, но если у вас совсем миниатюрная, то боюсь, что на вас XS даже будет велик. Я думаю, что с вот этими жакетиками нужно остановиться, потому что они все приблизительно про одно и то же. Три находки в одном наряде. Сейчас расскажу вам подробнее. Во-первых, на мне сейчас куртка из эко-кожи. У меня похожая из Reserved. Кстати, в жизни она... О, вот, наверное, так лучше видно. И я ношу ее с удовольствием. Сейчас это супер тренд. Выглядит реально как винтажная. Моя, наверное, еще более объемная. А платье сейчас покажу вам без куртки. Оно, кстати, тепленькое. Здесь 4% шерсти. Но я ощущаю, как я потихоньку плавлюсь. Вот так, кстати, я тоже люблю ходить по улицам. И ковбойские сапоги. Тоже не кожа, к сожалению. Но честно, вот мне жалко потратиться на кожу, потому что я понимаю, что я не так часто буду их обувать. И вот чтобы они стояли, мне не хочется чисто ковбойских, знаете, чтобы с вот этими со всеми орнаментами, узорами было. Вот эти, ну, со скошенным каблуком, но они, вот знаете, как классические сапоги, даже больше. И нос не слишком длинный. Мягкие, не дубовые. У меня 37 размер, не жмут. Смотрятся достаточно аккуратно. Такой наряд выходного дня, можно сказать. Платье абсолютно прямого кроя, мини. На мне размер XS, и как видите, оно свободное. Приятное, можно надеть плотные колготки и носить даже зимой. Платье в стиле кос из очень плотного трикотажа. Такого тяжелого это аж ощущается. Достаточно длинное. Я сейчас сменю обувь и покажу, с чем оно красиво сочетается. Поверх можно надеть длинный кардиган. В пол буквально
будет супер, очень женственная и стильная. Простите, у нас в примерочных то бардак, то плеванное зеркало, но я не нашла более чистое. Оно, кстати, не вытирается, потому что я уже тоже попробовала. Когда снимаю дома, я, конечно, все это контролирую. Здесь немножко другие обстоятельства. Смотрите, поверх вот этого платья, которое я тоже настоятельно буду вам рекомендовать, я надела пальто с 80% шерсти. Если вам нравится такой женственный стиль а-ля кос, я думаю, что вы будете довольны. Если оно еще и будет хорошо носиться, так вообще шикарно. Смотрите, сзади там вот такой шнурочек, пояс, еще очки. И просто вообще гулять куда-то по Франции, например. Скажите, по Парижу. Да, в Париж я бы поехала однозначно. Очень стильное пальто. Я бы даже сказала, что это пальто-кардиган. Оно даже немножечко тянется. Вот это, я считаю, находка. Да, не бюджетная, но правда классная. Я даже представляю свою маму в таком наряде. Ей было бы очень красиво. Видите, здесь нет никаких вот этих бортиков. Ничего такого. Просто очень лаконичная, скромная. Вот был бы здесь просто пояс, уже не так смотрелось бы. А вот за счет такого кожаного шнурка с кисточками мне очень нравится. И 80% шерсти. И длина хорошая. На мне размер S. Оно представлено в размерах там S, L и M. По-моему, XL нет, но все это однозначно, но все это так относительно, потому что я достаточно большой запас сделала. Однозначно советую вам это платье, хоть оно и не дешевое. 71% вискозы и остальное эластан. Ну, по ощущениям, если закажете онлайн или увидите в магазине, вы поймете, что я была права. Оно вот так, знаете, тяжело лежит на фигуре. Пальто-кардиган немного как буклированный. Цена тоже кусючая. Но, вы знаете, тот случай, когда я тоже могу сказать, оно того стоит. Если ищете куртку из эко-кожи с эффектом потертости, то в Страдивариусе есть похожие. Ну, в Заре, между прочим, цена еще не сильно, знаете, сумасшедшая. Вот, и на мне был размер S. Платье чистая база. Цена нормальная у него. И на мне был XS. Сапоги, конечно, на ваше усмотрение, потому что это не кожа. Многие не любят обувь из Зары. У меня есть даже любимые, которые я ношу. Особенно нравятся лодочки. Всего лишь 40 евро. У нас уже следующий день. Я хотела бы дозаписать концовку, потому что вчера у меня не хватило на нее времени и в итоге даже сил, потому что я вернулась достаточно поздно. Я не помню, когда я вообще проводила в торговом центре около 6 часов. Для вас это, конечно, все произошло гораздо быстрее, но когда ты едешь в торговый центр, пытаешься что-то найти, надеваешь это на себя. Я еще и не все решила опубликовать, и потом ты относишь эти вещи, а еще и снимаешь. Конечно, это совсем другое дело, чем обычный шопинг. Но говоря конкретно о себе, я огромная поклонница онлайн-шопинга, и, наверное, это никогда не изменится. Мне проще все это отыскать, возможно, заказать в разных размерах. Мне это домой привезут, я посмотрю, как конкретная вещь подходит к тому, что у меня есть, и потом, даже если не подойдет, то вернуть, и у нас очень быстро происходит возврат денег, и, в принципе, доставка, и доставка обратно, поэтому я не вижу никаких проблем. И, конечно же, онлайн гораздо лучше и больше выбор. А что касается коллекции, представленных у нас в магазинах, то все сильно черно-бело-бежевое, даже коричневого, какого-то карамельного цвета практически не было, синего. Что тут сказать о каких-то других цветах осенних? Это хотя бы там терракота какая-то, бордо. И мне гораздо интереснее показывать вам какие-то вещи
с тем, что у меня уже имеется, потому что альтернативы к тому, что у меня есть, всегда можно найти как минимум онлайн. И также я никогда не одеваюсь в одном магазине с ног до головы. Видео имеет, скажем так, с одной стороны, развлекательный характер, а с другой стороны, многие сейчас не имеют доступ к стационарным магазинам и заказывают также онлайн, а вы могли посмотреть, ну, хотя бы виртуально, как это выглядит на живом человеке. И еще одно. Вчера я приехала домой, меня ждала посылка из Бершки. Я там заказала альтернативу угам на платформе. Я уже второй год, получается, пытаюсь поймать уги в рыжем цвете на платформе в своем размере, и это практически нереально, даже там, где они были, я вам сказала, и как бы все, уже разобрали. Даже бывало такое, что я оплачивала заказ, например, там на Zalando, и вроде как все окей, но через минуту приходит сообщение и возврат денег, что извините, уже распродано. Поэтому, девочки, кто готов носить пусть не натуральные, но... Поэтому, девочки, кто хотел что-то побюджетнее, к сожалению, это не овчина, но, тем не менее, издалека они очень сильно похожи. Это вот такие зимние ботинки или осенние из Бершки. Они есть в разных цветах, 38 размер подошел мне хорошо, и я заказала их в частности для того, чтобы вообще понимать, насколько рыжий цвет подойдет к моему осенне-зимнему гардеробу и как это выглядит на мне, потому что я даже не смогла их примерить нигде, уги я имею в виду. И вот эти очень удобные, выполнены неплохо, и потом как-то во влогах я покажу вам обязательно, как они выглядят на мне. 38, ну на 38 идет, то есть у меня 37,5, а 38 я часто беру на плоском ходу обувь, и вопросов нет, не жмут, действительно приятные. Если вы живете в Польше, то есть магазины типа Rene.pl или Dizzy, там тоже есть разноцветные, какие хотите, очень похожие. Конечно, это опять же не натуральный материал. Если вы хотите, как я, понять, оно вам надо или нет, то, возможно, это как какая-то опция, или если вам хочется помодничать, но при этом бюджет ограничен, тоже почему? Тут как бы выбирать и решать только вам. Более такие интересные и, как мне кажется, качественные коллекции в Mango, в Massimo Dutti. Правда, в Massimo Dutti очень-очень высокие цены в этом году. И если вам будет интересно, я могу еще поснимать шопинг-влоги. А вчера у меня на это не хватило времени. Если вам со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх в комментариях. Разрешаю вам покритиковать. Ничего страшного, спокойно к этому отношусь. Я купила кое-что из того, что было в этом влоге. Ну, наверное, сниму какие-то рилс в Инстаграме или здесь будут шортс. В общем, увидимся с вами обязательно в следующих видео. А на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.